Привет, ребят. Добрый вечер. Вчера я как-то навалила со стрима резко. Села поиграть часика 2,5, я отстримила час, и мне так стало хреново, что я вышла пулей. Привет, привет. Сета, Илья, Кипарис. Так, что произошло? Значит, у меня, помимо того, что я вчера навалила со стрима, у меня еще и игра крашнулась. Проблема остается. Так, а почему у меня, извините, в окне настройки? Камера. Так, экран. Во весь экран. Так во весь же экран стоит. Что не так-то? О. Ну так, немножечко подглючивает игруля. Так, что у меня есть? Должно быть следующее. У меня должен быть ключ от лодки. Сейчас проверим, есть он у меня или нет, или мне тут все заново проходить из-за того, что у меня все крашнулось. Сейчас я быстренько проверю. А, ну да, наверное, ключ у меня есть. Так, сейчас я сагрю его. Я здесь. Мимо. Так, ну это мы уже вчера читали, тут ничего такого. Автосохранение сработало хорошо. Меня укачало на лодке. Я еще раз сюда попробую проплыть. Слоник, здравствуй. Я бы хотела как-то... Но я не могу, да? Я не могу. Ну ладно, все, плывем тогда. Без резких движений, чтобы не вывернуло. Управление так себе. Сейчас тут будет монстр. Зелёный монстр. Ну, судя по всему, мне сюда. Так, а там проход. А здесь что? What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Меня ждали? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Это еще кто? Будь жаль, если что-то случится сейчас. Спасибо за фоллоу. Крис? Эй, Кэп, я получаю some serious motion readings out here. We should move on. Ну вот, дела внезапные. What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth.
What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Плесень какая-то. Снегирь, приветик. You stay out of our business, Ethan. Так, кажется, пришла пора атаковать. Кус-кус-кус. Привет. Рада видеть. Ты пересмотрел в записи? Ну, там, кстати, интересно было. Мне нравится здесь перевод. Я, кстати, не могу пока ничего делать. I don't have time for this. Фу, какой он противный. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? Но не на меня же! Я пока не могу персонажем двигаться. Ну все, началось, да? Я пока... Упс! Давай! Все, тишина теперь. Так, а где бой? Я уже настроилась. Что же делать? Сейчас разберемся. Клиника туда. Но мы пойдем в другую сторону. He said the exit's in the water. Изучаем. Drain the water. Shit, there's no power. Нет электричества. Что это? Так. Наверное, это подсказка, и надо это запомнить. Скорее всего, когда будет электричество, надо будет вот этот кубик здесь собрать. Кто? Я заметила такую в себе особенность, что я очень люблю туалеты открывать и смотреть. Тоже там. Очень нравится. Мое любимое. Эта рукоятка старая и ветхая. Она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас только на втором ветряке. Понятно. О, курочки, курочки. Ко-ко-ко. Где мой нож? А где мой нож? Ну иди сюда. Так, все. Так, рукоятка. О какой рукоятке речь? Заперто. Второй ветряк. А, вот и рукоятка. Сейчас я тут осмотрюсь.
патрончики. Надо с ней нежно, наверное. Seriously? Но мне туда. Так, стоп. Да не... А, все? Да ё... Я думала, я успею. Значит, не нужно торопиться. Надо, я успею. Я же ведь успею! А это чё? А. Что происходит? Привет, Зилич. Почему она не рухнула? Я же все сделала правильно. Надо, наверное, как-то, чтобы он задел эту штуку. Нет? Че она не лопнула? Может, по ней надо выстрелить? А может, туда мину подложить или не знаю. Жахнуть гранатометом. Лучше, Зилич, подскажи мне, как мне перебраться вон туда. Вплавь? Наверное, вплавь. Так, раз, все. А, он туда не идет. Так, а что не так-то? А. Все. Я в безопасности.
Stinks. Фи-ф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 и. А, стоп. Нет, туда не успеваю. Так, стоп. А, я уже не могу туда назад, да? Да, капец. Так, значит, на обратном пути надо все вот эти штуки прожимать. Понятно. Джанг добрый. Так, этот за синий отвечает. Этот за оранжевую. Этот за оранжевую. А, ясно. То есть, наверное, надо действовать так. Синяя, оранжевая. А, нет, стоп. Я не заметила, что здесь ящик есть. Сейчас повторим опять. Оранжевая. Синяя. Нет! Ой, мне повезло, кажется. Ну ты где? Thank you.
А откуда, интересно, эта штука здесь взялась? Кто ее туда положил, поставил, прикатил? Myself a big one. Need to get out of here. В смысле? А как? Эй, как? Сейчас я. Ясно. Я не поняла, как выбраться. Покушечка. Как дела? Да вроде потиху. Ничего нового не произошло. Так, хорошо. Я не понимаю. А, все. А что происходит? Это что такое? А. Хорошо, что заметила. Какую я хочу... Нет, не задавалась этим вопросом. Пока Апекс Квейк. Рангер, привет. Перепроходил? Одного раза было недостаточно. Так, теперь мне нужно... Стоп! Что это такое? Сюда... Так, а что делать?  Что я делаю и зачем. Но эти звуки создают какую-то панику. И что дальше? Что дальше? О! Сейчас такая пасть. Я все знала. Наконец-то это закончилось. Дайте я чайку глотну. Все, теперь мы вставляем сюда ее. За предикшн опасть. Окей. Откройте затвор шлюза. Ah.
Ну, видимо, мне тут уже больше нечего делать. Обломок. А, этот кристалл, может, надо в тот лабиринт засунуть, хотя там должен быть круглый, наверное, шарик тот. Я не помню, вроде какой-то шарик я туда сунула. Ладно, потом разберусь с этим. Так, сейчас надо... Блин, как тут менять? Там зелененький. Как зеленый получить? Или какой там цвет? Голубой? Не все так просто. Как его погасить? А, стоп. Я... Как перевернуть лист? Вот так надо. Блин. Итак, я понял, он же перевернутый. Голубой, желтый. Тут зеленый должен быть. Якохама, привет. Выбирайте, когда строка повышается, я так понимаю. Так.
Так, оранжевый, пустой, синий, потом желтый, оранжевый, зеленый. Вот этот зеленый должен быть. А потом идет голубой и оранжевый. Ну, окей. Что не так-то? Зеленого нет почему-то. Вот здесь зеленый должен быть. Как его выбрать? Почему? Что я делаю не так? Ну, то есть вот. Этот почему-то сбросился. О. Окей. Got it. Ну все. Капец, я пришел. Я думаю, на этом не закончится сейчас все. О, здоровенько. Тут, наверное, где-то есть сохранялка. О. Надо успеть. Ой. Ah, yes, yes. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Конечно, вот сейчас тебе. Так, ценное. А это не нужно, что ли? Хотя я это оставлю для проверки кое-чего. Так, у меня винтовка F2. 19.1.1. И W870. Вот эту штуку мне нужно. Модуль для ружья. Хватит мне. Оптическая винтовка. Ну фиг знает. Вот это куплю. И еще, наверное, мне сейчас хватит себе блюдо какое-нибудь сделать. Рыбы нету. Да ладно. Все. Все. Она свернулась. Хорошо, что сохранилась. Что-то мой комп придирается к этой игре. Я не понимаю, с чем связано. Почему она схлопывается. То ли с оперативкой что-то, то ли с памятью видяхи. Смолин, привет. Я восстала.
А тогда я вернулась к стримам. Уже месяц, наверное, пришел, как вернулась. А ты только это заметил? If it's just looking, window shop away. Придется повторить. А, надо сначала продать. I'm buying this because of our relationship, you know. Food is life. Так, ну и тут у меня ничего нету. Рыбы у меня нету. Только мяса много. Качественное мясо. Рыбка нужна. Мясо птицы. О! Вот это я могу. Это что? Жизненный тонус все повышает. Вкусные колбаски. Вот это я хочу. Ладно, давайте вот это будем есть. Ah, thank you. Thank you. Now to cook. For the wait. Here's your share. I wouldn't mind having that again. I can hardly wait for the next ingredient. А, стоп, я не сюда. Здорово. Ох ты ж, ёжик. У меня есть гранатомет. Только один патрон. А это что? Револьвер? У меня, кстати, нету его. Тогда мы делаем вот так. Быстрый доступ. Надо жахнуть разочек по нему. Я так полагаю, что... По нему теперь только стрелять. Мать Миранда привела мне 5 людей из деревни. Все, как я просил. Насыпил их какой-то жидкостью, а потом положил коду в их животики. Теперь я жду, когда коду вырастет в их животик. Замечательно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один А, так это вот этот вот и есть. Я отправил ее в свою лабораторию на горе. Опять неудача. Матери нужны сильные оболочки, но я не могу их сделать. Нужно больше людей из деревни. Так, что тут у нас? F.
сейчас начнется самое веселое. Надо понять по нему. Ага. Вижу. В смысле? Ой, мне кажется, мне хана. Как отсюда выбраться? А, есть выход. Вот это я выстрелила. А бочки-то что, они взрываются? Да геопарасоте, восстановить здоровье. А, вот ты. Я поняла, надо по этому челу стрелять. Мимо, по-моему, все было. Ой, жесть какая. Это ж кислотный дождь. А что делать? Блин, я думала, он все.
О, сейчас начнется. Глюша, добрый вечер. Да ему все равно, да? Ладно. Я заперла сама себя. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, все? Третий босс повержен. Не очень было тяжело. Эдакий постфактум. The exit's up ahead. Так, мне туда, наверное. Скорее всего, мне туда. Сейчас я еще раз пройдусь. Вообще, да. Больше то с некуда идти. Кто ты такой? Мы же с тобой знакомы. Мутазвон на моем пути. Мне тоже, кстати, интересно, что я буду с ними делать. Есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Конечно, справлюсь. Сперва иди назад к кладбищу. Поддерживаю. Согласна. Да, тут нечего. Thank you.
вот я здесь и очутилась. Глубоковато. Ну, я думаю, это не концовка, но я думаю, я приближаюсь к ней. А я отсюда просто выхожу, да? У меня какое-то странное предчувствие, что я что-то пропустила. Что это могла пропустить? Наверное, ничего. Наверное, ничего. Но... Еще раз. Все. Назад пути нет. Понятно. Игра просто заблокировала мне возможность перепроверить. Ну да, там, наверное, ничего. Просто вот здесь вот... Вот этот вот вопросительный знак. А, это уже штука. Вот, может, кристаллик сюда можно как-то положить. Блин. Я что-то пропустила где-то. Так, а я что? Рукоятка. Valiant Isolation, да, я играла. По-моему, на стриме даже играла, я не помню. Но мне не очень понравилось. Мне какая-то вот атмосфера там не зашла мне, космическая. Ой. Так, что это? Вот шар.
Отлично. Отличненько. Мне надо вернуться теперь. Он сильный. А что у меня такое есть? Мина, да? Во. А еще взрыв. Салат, привет. Я тут немножечко залипла. Забыла про существование чата. Ну, на него 4 пришлось потратить. Просто жесть. Но зато награда того стоит. Дробаш патрон. Ну все, здесь, наверное, ничего нет. А что это за сокровище здесь такое? Помечено. Ага. О, револьвер. Только патроны. 3 штуки только от него. Это первое прохождение, да. Игруля очень нравится. Атмосферная. Качественная. Если бы еще не сворачивалась она и не закрывалась у меня внезапно, было бы вообще супер.
Так, мать Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с Каду. Это моя тайная суперлаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с Каду. Но все 3 сделали птыщ. И все испачкали. Я вживил Каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не смог его удержать и посадил в клетку. Теперь придется его кормить. Как всегда. Все, здесь я все посмотрела. Здесь больше ничего нету. Теперь мне можно пойти в лабиринтик. В лабиринтик поиграть. У меня должна быть штучка. Так, в смысле? А, вот. Ну, я вообще-то повернула. Ясно. Ну, этот лабиринт легче. Все, он стоит 1 000 000 долларов. Кстати, один из лабиринтов я не открыла. Все, уходим тогда отсюда. Где-то дверь должна быть. Я помню, где-то дверь была с петушком. Получается, за этим домом.
Там как раз рукоятка нужна. Да. Все. Ну, выходит, что все. Больше здесь делать нечего. Странно, вот этот дом почему-то. Я его вроде как весь посмотрела, а он все равно остался красным, как и вот этот. Так я не поняла, почему. Это же он, да? Может, как-то можно попасть на крышу? Или это просто баг игры? Знает чат? Но я не могу ничего делать здесь. Там как будто бы что-то есть на мансарде. В общем, я не поняла, как туда попасть. И почему он остался гореть красным. Что, мне сюда, наверное? Надо сохраниться. Так, я, кстати, вот эти могу уже поставить. Пружина, привет. И еще одна. Ah, my apologies.
This is Lord Moreau's? I suppose it's what they... Do let me know if you find anything else of value. Так, и еще что-то сюда надо вставить. Naturally. Теперь оно стоит дороже. Хорошо. Что еще могу сделать по поводу кухни? Рыбы у меня не прибавилось. Поэтому я не могу, да, ничего теперь. Ну, please do take a look at my new stock. Так, можно прокачать револьвер. Дорого-то как. А, и пестик у меня почему-то прокачался. Я могу улучшить. Так, надо подумать. Ну, пусть будет, конечно. Полностью. These hands are more dexterous than one might think. Давай, тоже вкачиваю. Перезарядка, боезапас не хватает. Вот это тоже полезная штука. Мины делать. Это мне еще надо. Что круче? Самодельная бомба или мина? Я ж хотела рецепт купить, ё-моё, я не то кликнула. Факушечка. Я же рецепт хотела, зачем мне? Ну всё. Фугасные снаряды. Все, пусть так будет. Have a wonderful adventure. Да не буду уже, там все равно копейки. Неохота. А это что? Это еще какая-то дверь. А, теперь я могу вернуться назад. И вот сюда попасть. Так, а где? Хотя я не уверена, это может быть проход к боссу следующему. Я не знаю, куда эта дорога ведет. Там еще в городе есть несколько мест, куда можно сходить. На лодке плыть. Ладно, потом поплыву. Не хочу пока никуда плыть.
Возможно, там рыбу можно будет наловить. Так, сейчас я приду. 3 минуты.
Привет, Ногейм. Офигеть, у меня мышку заело. Минус патроны. Да, агрессивный барашек. Еще что такое вообще? Это кто? Тут кто-то появился. Опасный. Так, тут заперто. До доступа пока что нету. Кто-то появился. Бо, игра свернулась. Все. Пока. Ладно, не беда. Запускаем. Я смогу разблокировать сокровище одно. My Summer Car? Это что за игра такая? Так, тут этот жесткий тип. Его тяжеловатенько убить. Это конечное. Он не подорвался на моей мине.
Да блин! Да нафиг! Что? Да что? Как это было плохо? Это было отвратительно. То есть в него не попало, да? Хорошо. А как же его бить тогда? Да ну. Ладно, пусть он меня убьет, я пересохранюсь. Не нравится мне это. Ну как будто вообще все равно. Ладно, пусть он меня убьет просто. Надо 4 мины. Может быть, по рецепту я что-то смогу изготовить. Но из дробовика им как будто бы все равно вообще. Самодельная бомба. У меня есть две бомбы и мины. Ты где? Но если он сейчас на это не наступит. Так, бомба. Выбрать.
Я не знаю, сколько. Может, ты от меня отстанешь? Да ну пипец. Как так-то? Я не понимаю, сколько надо в него. Как так-то? Три снаряда в него. Две мины. Еще бомбы самодельные кинула в него. Это жестко. А сюда я так попасть и не могу. Сокровище я здесь забрала. Больше здесь ничего нету. Да ведь? Так, а мне надо теперь сходить на предыдущую локацию. Так, стоп, я не туда иду, по-моему. Да, я не туда пришла. Ой.
Блин, я не помню. Да, что ли? Да, сюда. Так, а как мне отсюда надо попасть? Так, а почему я туда не могу попасть? Нет, это не в эту сторону. А, все ясно. Жесть. Револьвер просто уничтожает. Я почему-то рассчитывала, что мне эмблему дадут для лабиринта. А получилось, что какую чашу мне дали. Зачем она мне нужна? Просто ее продать, что ли? Очень ценная чаша. Понятно. Тут лабиринт. Что ж я пропустила здесь? Я могу вообще сюда вернуться? Все? Вернуться я больше туда не могу. Очень жаль.
Вот она. Офигеть. Отлично, все. На этой локации я все завершила. Так. Я вот думаю, может, на завтра оставить последнего босса, последнюю локу. Наксор. Хай. Давай-ка мы здесь... поторгуем. Welcome. Офигеть, конечно. Так, очень ценное. Это сочетаемое. Это тоже можно продать. Тоже не надо она. Splendid. Do you know it's worth? Please do take a look at my new stock. These hands are more dexterous than one might think. Не знаю, вкачать или нет. Ладно, запас пусть будет. И тут что я еще могу себе позволить? Модуль на винтовку. Отлично. Что еще? Вот это. Это не надо. Наверное, я еще обзаведусь минами. Так, сколько? Для дробаша. Для снайпа, для револьвера, почему нет? Так, мин у него больше нету. Хорошо. Ha 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 ha.
Pay me no mind. Thank you for your patronage. Так, ну выходит, что все. Не только туда. Вроде все исследовано уже. Тут единственный дом Луизы. Я почему-то в эту комнату не попала. Что странно. А вот здесь я была. Все, осталось сюда идти. Я еще на лодке там могла плыть куда-то. Я ж еще... Вот оно что. Тут рыбы нету, да? Место ритуала. Вот сюда еще. Хочу вернуться по этому случаю. Добрый вечер, Кэнди. Кстати, это далеко не конец еще. Ну, я только что посмотрела на карту, да, и поняла, что до конца тут, наверное, еще далековатенько. Но мне как минимум убить одного босса и потом... Алтарь откроется. И еще по карте видно, что дофига где можно. Так, я вот здесь должна еще. В начало прийти надо. Средняя сложность, не самая высокая. Так, там лодка. Я еще посмотрю в начале, что это за алтарь такой, я забыла. Надо освежить в памяти. Что здесь нужно вообще? Знакомый символ. Я, наверное, что-то... Чем пока непонятно, что здесь надо. Сплаваю на лодке для начала. Там еще вон локация, судя по всему. Я там не была еще. Thank you.
Так, а сзади ничего нету. Я же любопытная. Туда тоже можно плыть. Я поплыву. Возможно, я доплыву до локации, где я не достала сокровища. Локация предыдущего босса. Интересненько. А, рыбки, рыбки, рыбки. Превосходная рыба. Все. Эманатор, хай. Так, и тут еще что-то. Я превосходный рыбак, не надочки. Тут какие-то... Что здесь? Древняя монета. Патроны для пистолета. Фугасные снаряды. Отлично. Минки. Изучаем, что это? Ой. А это мне вообще куда? Сюда, что ли? Отлично. Класс. Так, секвенирование ДНК завершено. Почти 100% сродства. Цимотомицелием из Дауви. Розницу. Вероятно, составляют изменения. Намеренно. Миссионные людьми. А значит, это наверняка есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разносилась по всей деревне. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если есть случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные. А раз так, какие данные нужны Миранде? А? Я ухожу. Не, вы... Теперь я понимаю, для чего мне нужна вот эта пушечка. А нужна ли она мне? Очень странно. Кто-то умер с одного выстрела, кто-то нет. Тебе было страшно во втором доме? Я просто пропустил все твое прохождение. Мне да. Ну, а второй дом это какой? Второй босс в смысле? Ну, были моменты, да, где я прям испугалась. Так, тут я все закончила. Теперь мы поплывем вверх и посмотрим, что там. С куклами, да, очень, кстати, атмосферненько реализовано. Мне понравилось.
Но ребенок меня ни разу не скушал. Я как-то быстро прошла, но было неприятно очень. Максимально. Наверное, самый такой неприятный момент в игре был. Так, еще мост и еще тут что-то. Что это? Это локация сюда, к сокровищам. Но мне еще нравится то, что здесь довольно-таки все нелинейно и, ну, постоянно нужно возвращаться, там какие-то моменты открываются. Не вот тебе просто. Так, вот это запертая дверь. Возможно, она когда-нибудь откроется. Так, что здесь? Сохранение. Ну, почему бы и нет. Я доделал вещь из того заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Отнеси его в дом с красной трубой. Через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Так, я понял, там, видимо, целое приключение. Я сейчас схожу сюда, например. Хотя тут закрыто. Тут же закрыто. Закрыто. И там. Я вот сюда хочу сходить. Тут, скорее всего, тоже будет закрыто. Нет? Меня пугает эта тишина. Сейчас тут, наверное, будет жесть какая-нибудь. Чё, всё закрыто? Ну, видимо, мне сюда потом. Не сейчас. Я понял. Это, похоже, уже было. Мне надо эту штуку. Ну, давай! Давай! Ну.
И что, ты мне ничего не дашь? Вы бесконечно будете оттуда вылазить, да? Понятно. Давай, я поняла. Один патрон всего лишь. Ну все тогда. Теперь просто в колодец. Тут точно, да, ничего не открылось. Ну ладно, ясно. Там уже не буду проверять. Пролезли. Сейчас буду уже заканчивать стрим. Бомба, ловушка.
Да блин. А, так можно было? Отмычка. Ну все тогда. Больше ничего нету. А, мурашки, привет. А, это обычная сложность. Ну, средняя. Я подумала, что не хочу я потеть на хардкоре. Так, ну что? Ой. Здесь закрыто, там тоже закрыто. Я просто, я не помню, я... Ну, я часто хорроры раньше проходила, и на хардкоре было, ну, не фаново перезагружаться по несколько раз. Поэтому... Нет. Так, а я не помню, здесь, по-моему, все с этим, да? По-моему, с этим все. Сейчас я еще чекну, потому что я уже забыла. Ну да, тут все. Можно отсюда уплывать. Наверное, до города доплыву и пойду спать, уже устала очень. Завтра буду продолжать. Раза с 20-го. Ну, если бы для себя, например, я играла, ну, не на стриме, я бы, конечно, максимально бы поставила. А так для стрима не особо хочется по 20 раз перегружаться. В общем, вот здесь остается вопрос открытым, потому что... Куча дверей закрытых. Я пока так и не поняла, как их отворить. Народ сам мне предложил. Ну, мне никто ничего не предлагал. Это моя инициатива. Поэтому я for fun сама. Спасибо за фоллоу большое. Это приятно. Хоть какая-то жизнь. Появилась в моем чате. Тут вот символ знакомый. Я ничего такого не подбирала. Вроде бы нет.
А, кстати. Ожерелье покрыто пеплом. Возможно, его как-то можно изучить. О, вот, взять. Ожерелье с ключом. А что это за ключ? Блин, у меня это ожерелье было фиг пойми, когда я его нашла. Я даже не помню, ну, от какой двери этот ключ может быть. Как он хоть называется, этот ключ? Карта сокровищ, семейное фото. Ключ Луизы. Честно, я не знаю. Я убила 3 боссов. И вот сейчас надо идти к 4. Да, первых 3. Блин, мазафака. Я не помню, откуда этот ключ. Но я очень надеюсь, что он еще пригодится, чтобы не было это все зря. Как важно запоминать в игре каждую деталь. Так, сохраняемся. Сейчас вылет какой-нибудь будет очередной. Yes, yes. Да, кухня. Так, рыбы не хватает. Вот это я могу. А что это такое? Так, ароматная похлебка. Так богата белками, что превращает мужчину в ходячую крепость. А почему у меня 2 рыбы? Кто-нибудь мне скажет, почему у меня 2 рыбы? А, да, все, все ясно, все, окей, 3 рыбы, вот, все есть. А что значит, ваше тело становится невесомым? Я быстрее начну бегать? Я бы вот это вот хотела бы. Блин, игра вылетела. Я думаю, это знак. Я все равно собиралась уже выключать. И игра вылетела в этот момент. Так что завтра продолжим. Начнем с приготовления блюда. А 4-й ключ? А какой 4-й ключ? Ну, в общем, я какие-то ключи находила, но я не считала. Ладно, все, спасибо за фоллоу, спасибо за компанию и до завтра. Спокойной ночи. Пока-пока. Днем будет Apex, а вечером... Ну, вы поняли. Не-не-не, только наблюдать. А подсказки только если я отчаюсь и попрошу ее. Ну что, без спойлеров. Все, обняла, пока.